Итак, мы готовы продолжить нашу программу шестого дня конкурса фестиваля «Ударная волна 2020». И продолжается серия мастер-классов от международных членов жюри. Сегодня свой мастер-класс проведет Александр Баженко, город Ростов-на-Дону. Всем привет. Еще раз поздравляю вас с хорошими выступлениями. Все вот прям большие молодцы. Давайте, может быть, мы больше не мастер-класс, поговорим именно по занятиям вообще. Какие-то вопросы, если у кого-то есть. И я расскажу вам, ну, наверное, как я занимаюсь, что я делаю именно за инструмент, когда практикую рудименты и всякие там сегменты именно фразировки и всего остального. То есть сейчас есть какие-то вопросы конкретно? Что-то интересное, может быть? Молчание, ладно. Тогда поговорим о занятиях в принципе, как таковых. То есть вы когда играете, что делаю я, когда я занимаюсь? То есть отрабатываю те же самые двойные, парадиддлы и все остальное. То есть это как бы на пэде все мы этим занимаемся, правильно? То есть двойки, одиночные. Дальше, что касается фразировки, всего остального, я использую, то есть я убираю все абсолютно, то есть оставляю только большой барабан, малый, хай-хет, райт, тарелку. И все то, что мы играем на пэде, все это переносим на большой барабан и малый барабан. То есть, предположим, если мы играем одиночно, но опять же следим за временем, и это очень хорошо работает на вашу координацию. В правой руке играем четвертные ноты. И вот пошли у нас одиночные. То есть те, что мы играем. Дальше точно так же вот, у нас потом идут двойные, парадиддлы. Все, что мы играем, играли на пэде с правой рукой, можно брать любой этюд и таким же образом его распиливать уже между большим барабаном и малым. Сами попробовать все этюды, которые вы играете, предположим, все это разбрасывать между большим барабаном и малым. То есть это вам, во-первых, улучшит вашу координацию, во-вторых, это добавит именно какую-то фразировки в вашу игру, в ваше соло. То есть не обязательно играть какие-то линейные истории быстро много. То есть на самом деле достаточно из одного какого-то сегмента упражнения можно выжать очень много. На самом деле мы берем один какой-то элемент и начинаем его развивать в принципе как координационно на 4 точки, точно так же и координация между именно инструментами ударной установки. То же самое мы делаем и с хай-хетом. То есть, предположим, мы берем триоль.
таким образом, во-первых, вы разовьете свою координацию, потому что самый даже клевый грув какой-нибудь, особенно если мы говорим о латиноамериканской музыке, кубинской, его может испортить просто недостаток координации. Вот немножечко вы что-то там раньше, что-то позже, нога не справляется. То есть и вот весь ваш грув, какой бы он там клевый не был, техничный, вы можете его немножечко как бы испортить этим самым. То есть все, что вы играете, любое ваше упражнение, его можно перенести. То есть не подходите к рудиментам, ну, с точки зрения только рук и техники на пэде, что мы... Все то же самое мы потом можем сыграть именно эти же самые этюды. Вы можете сами попробовать взять какой-то этюд из классической школы, вот там восьмитактовый, неважно, сыграть его, как он написан, а потом то же самое сыграть именно уже с введением тех же самых четвертных нот в тарелку и вместо правой руки, там, грубо говоря, там, играть ногой большой барабан. То есть вы услышите уже как бы этот этюд, он может быть был скучным, еще пока вы его учили. Но когда вы его перенесете на барабаны, то есть вы поймете, что вот это как бы готовые сольные фразы, сольные эпизоды. И как раз таки здесь вы сможете нормально поработать над фразировкой, над вашей. Потому что вот еще один момент. Мы отслушали много. У многих провалено получается. То есть я понимаю, это конкурс. Вы стараетесь сыграть много и самое эффектное, что есть. Но за этим всем пропадает музыка, и как такового грува тоже не случается. То есть вы играете какие-то филы. После этого фила или убегаете вперед, или замедляете. И грув вы начинаете догонять. То есть это не есть хорошо. То есть как бы стабильность теряется. А в первую очередь нас на работу там берут, ну, за стабильность, а не за какие-то фишки. То есть и вот эти вот упражнения, они вам вот очень хорошо помогут. Любой парадидл, все что угодно, все, что вы играете на пэде, попробуйте перенести во время. Точно так же потом это все разбрасывается уже на элементы ударной установки. На самом деле это обычный рудимент. То есть берите любое упражнение и развивайте его на установке. То есть вам достаточно будет большого барабана, малого, тарелки и хай-хета. Какие-то вопросы есть? Давайте поговорим. Конкретно у кого есть какие-то вопросы по технике, по звуку? Да. Хочу задать вам вопрос. Как вы все-таки строите свой аккомпанемент в коллективе? На чем вы основываетесь? Как вы аккомпанируете определенным группам инструментов? Клавишные, бас, гитара, различные? Тут больше зависит от стиля музыки. То есть если это поп-музыка какая-то, поп-музыка, рок-музыка, то здесь, скорее всего, мы отталкиваемся от бас-гитары, да, от баса, каких-то рифов, которые нужно подчеркнуть. Если это джазовая музыка, ну, то есть я не имею в виду свинг прямой как таковой, то есть в принципе... любое направление джазовое, не фьюжн, опять же, то здесь больше, наверное, от солиста, то есть я слушаю, что играет солист в данный момент. И вот как раз-таки прелесть джазовой музыки в том, что вы
никогда вы не сыграете, грубо говоря, одинаково то, что вы сыграли вот 5 минут назад на репетиции или на концерте. То есть вы постоянно находитесь в каком-то поиске. Постоянно вы должны слушать своих коллег по цеху. То есть это там саксофонист, пианист, гитарист, неважно. То есть вот как бы ваш состав. И постоянное взаимодействие, поиск каких-то новых звуков. И вы должны слушать, что играет в этот момент. То есть там солист, и поддержать его, можно его поддержать, то есть услышать, то есть фраза, если повторяется, начинает, да, это можно как бы обыграть вместе с ним. То есть вы должны все время слушать, все время слушать. И на самом деле, даже если вы играете поп-музыку, все равно у вас уши должны работать в разные стороны, то есть как бы в любой момент может случиться что угодно. Но прелесть джазовой музыки в том, что действительно вы все время играете, находите что-то новое для себя, да. То есть послушайте, когда вы играете, именно обратите внимание на то же, что играет солист в данный момент. То есть только уши, уши, уши. Ну и больше музыки, возможно, послушать. То есть аккомпанемент выстраивается от того... Понятно, вы, когда садитесь играть, вы знаете, что будет за песня, в каком она будет темпе, и стилистически, что это будет. Да? Дальше вы уже больше полагаетесь на свой опыт и на то, что сыграет в данный момент. Потому что человек может играть две ноты, да? И вот здесь вы можете его действительно поддержать, то есть на фоне этих двух нот там солиста, то есть раскрыть себя. Или наоборот, то есть вы ни в коем случае не должны помешать, то есть если человек начинает, вот у него начинает играть соло, то есть ни в коем случае, но вы должны его поддержать своим плотным аккомпанементом, то есть чтобы он понимал, где он находится. Потому что иногда лучше сыграть меньше, но чтобы было комфортно ребятам, которые с вами на сцене в данный момент. Потому что перемудрить тоже это не очень хорошо, потому что если пианист начинает играть страшные замены какие-то, в этот момент саксофонист там какое-то лютое соло играет, и вы начинаете поверх этого всего еще делать смещения, то есть какие-то страшные вещи, это может быть и круто будет в один момент, но просто-напросто можно рассыпаться, то есть как бы не будет поддержки, то есть солисту. То есть вы в первую очередь все равно должны поддерживать солиста. И опять же, то есть используйте в аккомпанементе, ну, возможно, вы должны больше знать, мыслить не как барабанщик структуры, да, а вы больше как музыкант должны. Вы должны знать гармонию, где меняется гармония, что происходит. И в этот момент просто вы, когда будете подходить с точки зрения уже музыки, смены гармонии, ваш аккомпанемент будет звучать гораздо лучше, интереснее. И ко всему прочему, то есть смена частей тоже очень важна, когда вы показываете смену части, да? То есть квадрат закончился, вы показали это, отметили каким-то образом. Потому что вы знаете, не просто вы считаете раз, два, три, четыре, вот 32 такта прошло, а вы ориентируетесь уже на гармоническую историю. И вот тогда как бы ваш аккомпанемент будет гораздо, ну, такое глупое слово, музыкальнее, потому что барабанщики тоже музыканты. Просто... Спасибо большое. У кого-то по технике что-то, возможно, какие-то вопросы есть по звуку, что... Все знаем, да? Александр, вы, когда играете ногой, пользуетесь одной техникой или совмещаете? И руками тоже. Я всегда совмещаю несколько видов техник. То есть в зависимости от контекста и от скорости? Да. Да. Опять же, то есть я очень много играю с опущенной пяткой. И даже поп-грувы, то есть я играю больше с опущенной пяткой. То есть долю я играю сверху, сильную. Восьмую я играю всегда, пятка у меня опускается. То есть получается, может быть, развернуть барабан или как-то, если интересно, можете подойти посмотреть. То есть, пятка на... я понял. Да. То есть долю я играю сверху. Затактовая нота, если мы возьмем сам. Да? Затактовая нота у меня всегда идет с опущенной пятки снизу. Ну, у меня это работает, мне кажется, так оно немножко точнее. И нога не напрягается все время, она не на весу находится. И появляется стабильность какая-то. И во всем этом, получается, вы
нужно добиться максимально расслабленного ощущения при игре, все равно. То есть независимо какой темп, медленный или быстрый, вы должны чувствовать себя комфортно и расслабленно. А, то есть если у вас что-то зажимается в постоянном напряжении, нога или рука, ну это не очень хорошо. Точно так же с руками. То есть я использую несколько видов техник, когда играю на малом барабане или на томе. Идея в том, что у нас от каждого барабана разный отскок. И от малого барабана, от хай-хета у нас достаточно хороший отскок, сильный. Палка сама отскакивает. От напольного тома, особенно если мы говорим там про какую-то поп-историю там, или рок, они, как правило, достаточно низко настроены. И отскока уж такого нет. И здесь вот я, получается, совмещаю несколько видов техник. То есть я могу сыграть пальцами на малом барабане что-то. И тут же я переключаюсь на кисти, чтобы не было потери звука. Это в двойках то же самое. Когда я играю двойные ноты или одиночные. Пальцы, кисть. И такая же история с двойками. Самое главное, чтобы они были вызвучены, не были проваленные. Это вот очень слышно, и это бывает, когда... Раз, и тома нет напольного. Я переключаюсь на кистевую технику. Точно так же, когда переход с тарелки. Но это уже, опять же, это уже... Как бы я не задумываюсь, когда играю, да, над этим. Но в занятиях, вот я бы, наверное, посоветовал уделить этому внимание, когда вы играете. Просто вы попробуйте поставить пэд и тут же подушку. То есть у вас будет... Разницу вы поймете сразу. То есть от пэда у вас хорошо отскакивает, от подушки вообще палка влипает. И вот добиться, чтобы потери звука, потери качества звука, скорости, чтобы этого не было. Не было разницы, как бы одиночные вы играете или двойные, потому что ноты все должны быть вызвучены, это обязательно. Спасибо. Не за что. Вот еще конкурсант подошел. Вопросы? Что? А, да вот, а я думал, зачем? Еще у кого-то вопросы есть по занятиям? Да, вот. Касаемо смещения акцентов и долей вообще, вот метроритмики, как вы с ней работаете? Находите для себя какие-то слова или же счет какой-то используете? На самом деле, я, может, это больше, наверное, старая школа. Потому что сейчас там все помешаны на канаколи, то есть вот на такой истории. Нет, просто все это я как бы отрабатывал с метрономом. И до сих пор, то есть я занимаюсь просто с метрономом, я не использую там канокол, какие-то там фразовые эти истории. Но опять же, то есть исходите от простого. То есть возьмем 4 ноты и предположим, вот то есть эти 4 ноты, опять же, в контексте большой барабан, малый барабан, да? То есть начинаем мы, сначала сильная доля у нас, первая нота, это большой барабан. Потом она становится второй. То же самое уже когда подключаем тарелку. Вот этим мы уже можем потом тарелкой акцентировать вместе с большим, да? То есть от простых вещей, то есть берем 4 ноты и в разных вариантах их используем. То же самое с парадидлом, такая же история. То есть мы можем пропускать специально восьмую, первую. Не меняя ни аппликатуры, ничего.
один и тот же парадидл. Раз, два. Тот же самый парадидл, только мы потом его играем триолями. Получается такая штука. Переносим это в ритм. Точно так же от простых вещей, то есть вот берете парадидл, сдвигаете его на восьмую вперед, на шестнадцатую вперед, назад, играете четыре ноты, но триольно, пять нот. Та же самая история хорошая с квинтольным смещением, когда вы играете, то есть мы можем же представить их как просто ровные восьмые, фразировкой по пять нот. Но также эти пять нот, это есть чистая квинтоль, которая, да? То есть получается, что раз, два, три, четыре. Это восьмые ноты, ну или шестнадцатые. Просто я группирую их по пять. Чистая квинтоль. Потом в ритм. Акцентировка. Семь, семерка точно так же смещается. Раз, два, три, четыре. На самом деле, вот эти все страшные вещи, которые смещения, там еще какие-то, это на самом деле смена акцента, если вот нормально разобраться в этом и просчитывать те же самые восьмые ноты, вы их можете по три представлять, по пять, по семь, по девять, любая группировка. Ставите акцент, переносите это в ритм, вот вам это смещение. На три то же самое. 5, потом 3 будет. Это не очень-то и сложно на самом-то деле. Еще такой прикол, что когда вы смещаете, как это просто просчитать? Если вы играете смещение на 3, то в конце третьего такта вы придете в первую долю. Если вы играете на 5, простая математика, в конце пятого такта вы придете в первую долю. На 7 в конце седьмого такта.
Пожалуйста. Вынуждают задавать вопросы, да? Раз мы затронули тему метра и ритма, то мне интересно, как вы мыслите, когда играете соло на какую-то нечетную тему. Вот как построить такое логичное развитие? Я мыслю крупно. То есть никогда не считайте мелкую пульсацию. То есть чем быстрее темп, скажем так, да, то есть вам лучше мыслить крупно. То есть половинными или там целыми нотами. То есть я стараюсь мыслить фразой какой-то целиком. То есть я не собираю по кусочкам какие-то фишки, рудименты. Да? То есть сейчас я сыграю какую-то такую историю, потом я сыграю, там, я не знаю, какой-то парадидл, еще что-то. Нет, я строю фразу именно целиком. То есть стараюсь, чтобы это было, там, я не знаю, на 4 такта фраза какая-то. Да? И здесь очень помогает еще подход не столько техники как таковой, то есть не столько с точки зрения барабанщика, сколько с точки зрения очень классно помогает, если вы будете брать дыхание, мыслить как духовик, то есть пропевать фразы. То есть все, что вы можете пропеть, то есть неважно каким образом, то есть там тыгдам, 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 все, что вы можете пропеть, вы это сыграете. Mm-hmm. То есть вы попробуйте именно проговаривать то, что вы хотите сыграть, то есть в голове прокручивать, это очень-очень помогает. И очень хорошо помогает, если вы вот попробуйте просто брать дыхание. Это вот работает у духовиков, они играют как? Взял дыхание, сыграл фразу какую-то, да, у него фраза не на две ноты, не на четыре там, да, они не собирают конструктор там из того, что знают. То есть он сыграл фразу, дыхание кончилось, он опять берет дыхание и играет фразу. Об этом говорил еще Жак Дежанет. Это на самом деле работает. То есть вот в сольных эпизодах каких-то пропевайте то, что вы хотите сыграть. Хорошо, спасибо. И неважно, это в нечетных размерах то же самое абсолютно. То есть у вас есть ориентиры какие-то, если вы играете на риф, предположим. Да, да, риф просто слушать и по динамике. Ну, во-первых, сначала отработать вообще, если как бы вы берете за нечетный размер, ну, посидеть с метрономом поиграть. Чтобы не терялись, да, вы понимали, где у вас сильная доля вообще. Да, да. Опять же, можно играть, если мы говорим о каком-то там размере в 7 восьмых, достаточно подвижно. Там. Да? Раз, ну, так, чтобы... Здесь можно мыслить крупно. То есть играть фразу не на такт, а так-то на 2. Вы в любом случае придете в сильную долю. Только у вас это уже будет там не 7 восьмых, а 7 четвертей, да? Ну как, да. Угу. И все равно попробуйте пропеть всю эту историю. Если вы играете на риф, слушайте. То есть делайте для себя какие-то ориентиры в голове, да, такие маркеры ставьте. Вершины какие-то. Да. И вот вы от них, от одной к другой идете. Но все равно попробуйте. Самый нормальный способ, самый хороший, это если вы будете проговаривать все через речь, через там, ничего в этом плохого нет, если вы даже будете напевать себе под нос что-то, когда вы играете. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос хотел задать. Играя в школу Чапина, я встретился с такой проблемой технической. После триолей он нам предложил сыграть 16-е. И самый первый рисунок при том, как я должен держать свинг, я играю 16-е по малому барабану. Естественно, в джазе, я думаю, не приветствуется так грузно играть 16-е. И как вы вообще для себя нашли выход технически сложного рисунка, чтобы звучало легко и непринужденно в 16-й, особенно в темпах за 120 примерно. То есть сейчас речь идет об аккомпанементе, да, так я понимаю, то есть да. Каком-то.
так, в принципе, 16-я нота, знаете, разницу вот именно в свинге вообще есть небольшая грань между триольной и вот это вот, чем выше темп у нас, тем триольность у нас сглаживается. То есть, если мы играем в медленном темпе, у нас это прям будет нарочито триольная история, да? Чем выше темп, тем триольность это убирается. Потому что если вы будете выигрывать именно триольную всю эту штуку, будет ощущение, что вы висите на ритме, то есть на контрабасисте. И у нас превращается это уже более в ровную пульсацию. Именно в 16-ю. Дальше уже дорабатываете фразировкой именно. То есть на самом деле разница небольшая между... Я играю то же самое. А по поводу того, что грузно, ну просто не вколачивайте в барабан. Вот и все. И в джазе есть, как бы вы же понимаете, что там настройка барабанов другая. То есть другой звук, как бы пластики толстые с глицерином, там уже не сработают. То есть как раз-таки именно вот эта вся легкость, она еще выстраивается от вашего звука. Именно звука на инструменте. И каждому стилю, то есть, соответственно, у вас могут стоять пластики там, для поп-музыки, для рок-музыки толстые, да, то есть, где нужно прямо достать звук хорошо. В джазовой музыке это более камерная история все равно. То есть и барабаны могут быть поменьше размером, да, и настроены они повыше. И как бы, если взять настроить повыше барабаны, вам, в принципе, не захочется играть, ну, прям очень громко в этой высокой настройке, потому что они уже больше работают именно как не столько просто аккомпанемент, а как это уже определенный еще один член коллектива, да, это уже инструмент, то есть как бы тональный. И с настройкой большого барабана он там не работает как бочка, как таковая. То есть это продолжение, то есть большой барабан это продолжение томов. Только это том, который поставили на бок. Именно вот что как бы в джазовой истории. Соответственно, он и звучит открыто, настроен. Ну, здесь нет. То есть он настроен продолжением томов. И подход к игре там уже меняется, соответственно. То есть вы играете больше уже ритмо-мелодическую историю, не просто ритмическую. Да, то есть там что-то может. Такие вещи. То есть он уже не работает как ритм, мы уже задаем тарелкой. То есть в поп-музыке у нас ритм что задает? Большой барабан, малый, вторая, четвертая, правильно? О джазовой, особенно о свинговой музыке, у нас именно весь наш ритм, он переходит в тарелку и хай-хет. Это время у нас уже здесь. То есть, если вы интересуетесь именно вообще джазовой музыкой, свинговой, да, я так понимаю, я бы прям порекомендовал посидеть и уделить время, то есть, чтобы не было соблазна убрать барабаны, разобрать их, оставить хай-хет и тарелку. Я серьезно, и посидеть, именно послушать ваше время в тарелке. Потому что, как бы, если будут стоять барабаны, велик соблазн на то, что вы сорветесь на вот эти вот штуки. Спасибо. Все? Ну, или что-то хотел? Вопросик задать быстро про свинг. Есть тоже понятие, как больше воздуха в свинге и также меньше количество воздуха. И где-то я увидел, что оно так же, как вы говорили, зависит от темпа. Да. Ну, в общем, если послушать разных барабанщиков, даже в одних и тех же темпах, не касаемо балладный джаз или еще угу. У всех совершенно разное время. Как вы для себя нашли свое время? Или кого вы слушали в свое время? На кого опирались?
именно из барабанщиков, ну, мне больше нравилось всегда заниматься под контрабасиста. Именно слушать, что играет контрабас, и стараться с ним, потому что самое главное, как бы это лестно не звучало бы вам, не думалось, но именно в свинговой музыке не барабанщик главный, вообще далеко. И он может играть достаточно свободно при наличии хорошего контрабасиста. То есть именно весь пульс – это контрабас. И есть минуса, если вот это интересно, у Джона Райли, по-моему, еще где-то, есть минуса именно где просто линия контрабаса. И вот послушать, поиграть прямо, попробовать, чтобы вас вы звучали в одно время вообще. То есть не где-то рядышком, вы не висели на контрабасе, в то же время, чтобы вы его не подгоняли ни в коем случае, да? То есть не было суеты. И прям с контрабасистом это очень хорошо. А если есть друг контрабасист какой-то, вдвоем это вообще сработает. И попробуйте поставить метроном, очень хорошо работает. Если вы будете играть метроном, у вас будет не в первую долю. То есть нет, раз, два, три, четыре. А попробуйте его хотя бы поставить на вторую, четвертую. Два, три, четыре. И еще момент, триольность, попробуйте потом, чтобы вот этот ваш клик был, да? Это, опять же, это не сильная доля, это третья нота триоли. Раз, два, три, четыре, раз. Прям метроном выставляете себе и только представляете, что это у вас именно не сильная доля, а третья триольная. Да? Да. Или вторая триольная тоже хорошо работает. Вторая, четвертая. Тогда вот как раз таки появится вот это дыхание. Не механическая работа там четвертных каких-то, которая не дает движения какого-то, да? А вот именно будет то, о чем вы говорили, что вот именно воздух будет дыхание как раз таки ритма. Так можете попробовать поиграть с метрономом не только свинговую историю, да? Точно так же и любой поп, бит, грув. То есть... Но опять же, представляете, включаете метроном, и это у вас не сильная доля, да, а восьмая. Ну, это надо метроном включать, вот под клик попробуйте поиграть. Как раз таки, во-первых, это разовьет чувство времени вашего, внутреннего времени, это очень важно. И это поможет, ну, именно дать дыхание. Поставьте метроном тоже достаточно широко. И поиграть рудимент. Кто-нибудь пробовал поставить метроном, я не знаю, там на 50 и сыграть там 16-е? Нет? Попробуйте, рекомендую. То есть это очень хорошо поможет, вы будете слушать. То есть в этот момент каждая ваша нота будет для вас очень важна. Потому что, как правило, если мы ставим и понеслось, то есть мы ориентируемся, что у нас вот он клик, мы приходим в сильную долю и... вроде там работает. А вы попробуйте поставить метроном хотя бы 2, 3, 4, 2, 3, 4 и посчитать именно, то есть вы будете слушать каждую свою ноту, насколько она у вас
Или вы загоняете, или вы наоборот замедляете. То есть в данном случае вы будете каждую ноту выслушивать и будете прям контролировать сами себя. Достаточно широко поставьте клик. Это вот тоже поможет и со временем, и с воздухом в груве. Вот очень хорошо работает. Спасибо. А как вы играете Double Time Swing? Какой техникой пользуетесь? Double Time, то есть назад или вперед? Просто. Вы имеете в виду что? Быстрые темпы, что ли? Да. А здесь как раз-таки то, о чем я говорил. Во-первых, не триольная пульсация. В любом случае, потому что если вы будете стараться выигрывать триольную пульсацию, в любом случае вы будете тянуть назад. И здесь очень важный момент – играть сверху. Ваша тарелка, то есть все, что вы играете сверху. На самом деле это набор каких-то фраз, которые, в принципе, вы играете в рок-музыке. Только это переносится на тарелку, что это становится именно основным вашим ритмом. Небольшой барабан. И все движения сверху. Попробуйте на отскоке, да, то есть контролируемый отскок. Сыграли ноту, вторая нота у вас отскок, третья вы дорабатываете пальцами, да? Может быть, пару раз его в жизни играл с кем-то. Ну, страшно. Спасибо. И для контрабасиста в том числе. То есть ему бедному там. Это так, можно просто поприкалываться на соло где-то там. Кто-то играет и, мол, давай. А так играйте все сверху. Это контролируемый отскок, который на хай-хете то же самое. На малом барабане это на самом деле по 3 нот, по 4. Можете отрабатывать. Как бы вот он уже контролируемый отскок. То есть вы играете первую ноту, остальные вы дорабатываете просто давлением. И последнюю вы собираете пальцами. Это все на отскоке работает. Если палка вязнет, и я не успеваю пройти то количество ударов, которое мне надо, и получается подцеплять уже наконец не получается. Эти все штуки, ну, это все сначала нужно отработать на пэде. То есть она перестанет вязнуть, то есть определенное количество часов, которые вы потратите, да, потом это будет работать. То есть все достигается упражнением, скажем так, потому что сразу это тоже не работает.
То есть вы посидите, послушайте. То есть вы будете понимать, как, на определенном этапе вы уже будете понимать, в каком темпе у вас это работает, в каком темпе не работает. То есть свой предел. Вы же знаете, да, там свой предел одиночных нот, двойных нот. Ну, скорость. То же самое и со скоком контролируем. То есть вы сначала посидите, поиграйте на пэде. По три ноты сначала. Работает уже мышечная память. Спасибо. Да, пожалуйста. Все, вопросы кончились. Можно звать Пашу Лохнина. Хотел задать вопрос по поводу рисунков ногой на хай-хете. Вот как вы говорили про этюды, ведь можно также запустить остинатный рисунок, ну, по крайней мере, рука-нога, и сыграть то же самое ногой в хете. Да. Но мне интересно возможности применения. Вот. Это на самом деле возможности широкие, это не только в джазе может быть. Вот. Это, наверное, больше в сольных моментах, а не в аккомпанементе. В аккомпанементе. Почему? Это может быть и в аккомпанементе. Выстраивайте его, ради бога. Песню пропевайте какую-нибудь. Два, два, три. Хай-хет — это такой же инструмент ударной установки, просто к нему как-то в последнюю очередь обращаются. Ну, то есть, как и во всем, главное, чтобы это соответствовало с основным рифом какой-то музыки. Да, и заниматься точно так же. Вот то, что я говорил, когда вы берете какое-то упражнение и разбрасываете между там большим барабаном, малым барабаном, да? С хай-хетом. Хорошо, спасибо. Точно так же, то есть, как бы не забывайте про хай-хет. Все, что вы играете, там, грубо говоря, правой ногой, попробуйте перенести это в левую там. Спасибо. Пожалуйста. И, кстати, опять же, в сольных эпизодах хай-хет тоже может работать как, ну, там, я не знаю, как вот любят там с карданом какую-то историю, да? Как упражнение взять его? Понятно, спасибо. Пожалуйста. Все, свободный микрофон, свободная касса. Вопросы есть еще какие-то? Нету. Вот и славненько.